Разговоры о том, чтобы превратить улицу Дзержинского в исторической части Тюмени, ходят давно. На это уже готовы потратить 7 миллионов рублей. И сейчас стоит вопрос в поиске подрядчика для разработки проекта. Здесь находится наибольшее количество интересных, уникальных старинных зданий, признанных памятниками или объектами культурного наследия. В проекте требуется предусмотреть основной тротуар, а также тротуары вдоль зданий, велосипедную дорожку и малые архитектурные формы, включая навесы от дождя и солнца. Чтобы подчеркнуть архитектурную выразительность улицы, планируется обустроить тротуары в разных вариантах мощения. Отдельно оговаривается озеленение территории с учетом цветения и цветовой окраски листьев в различные сезоны. Будут предусмотрены вазы с цветами и зонирующие зеленые островки. Немаловажной частью облика пешеходной зоны станет уличная подсветка и освещение территории с помощью энергосберегающих технологий. В границы проектирования входит улица Дзержинского от Республики до Челюскинцев. Подача заявок на разработку плана пешеходного бульвара стартовала 2 дня назад. Окончание завершится 7 апреля. Проект должен быть реализован уже этой осенью. С наступлением апреля напомню, что тюменцев приглашают поучаствовать в жизни города и внести свой вклад в развитие городской среды. Все, что для этого нужно, оставить свой голос за проект, который, по вашему мнению, улучшит территорию, которая нуждается в благоустройстве. Сделать это можно будет с 26 апреля по 30 мая. Благоустройство пройдет в рамках программы формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». Такими темпами Тюмень станет еще краше, и это не может не радовать.